И всем доброго дня. Вернулись мы уже, наверное, 9-й сегодня день, я не помню, со счета сбился. Мы находимся на объекте, и у нас сегодня, наконец-то, мужская работа. Перегородки, все правильно, перегородки будут из паза гребня. Самое веселое для меня, это то, что я буду работать с ним в первый раз. Пазогребень из себя представляет гребень и паз, или наоборот, влагостойкий в этот раз, кнауфовский. И самое главное для меня, он тяжелючий, 40 килограмм. Даже самый большой блок мокрый, столько не весит. Этих маленьких пазлов у меня много, почти 70 штук. Это очень здорово. Клеится все будет на гипсовый монтажный клей Perflex. Да, это тоже не знал, думал, какой-нибудь клей для блоков, там монтажную пену, цемент. Нет. Специальный клей. Вчера было весело, проходила разметка. Тут размечал технический директор, помогал ему специалист. Я так был на подхвате. То есть мне нужно было потом все это собрать, понять. Тут очень много было интересен. Каракуль, видите, то есть отметили, переносили, зачеркивали. Тут как бы, ну, в общем, все стены изрисованы. В ходе планировки узнали, что есть изъян в проекте. Ванна не влезает. И если у вас есть вопросы, что это за какуля на полу, это мини-стяжка. Мини-стяжка под будущие стены из паза гребня. Так как его на пескобетон поставить очень сложновато, потому что он тяжелючий, площадь маленькая, он играет, в отличие от блока. Поэтому его нужно сразу стелить на клей. Основание должно быть идеально ровное, там погрешности буквально миллиметры. К тому же мне разрешили сделать кладку стен с погрешностью, то есть в уход, в обход лазерки, максимум 3 миллиметра. То есть она должна быть идеально ровная. Зачем? Чисто под стеклохолд, под шпаклевку. Поэтому для таких целей мы сделали вчера стяжечку. Тоже под контролем, под руководством. Сейчас осталось только выставить лазер и собрать первый ряд. Ну, собственно, мы с этого сейчас и начнем.
Габу Бенель, мой первый ряд. Вот так он интересно смотрится, выглядит. Делали мы все по лазерке. Поэтому погрешность у нас буквально вот тут на пальце видно падает. Ну, где-то полмиллиметра, миллиметр. Под шпаклевку самое то. Делаем идеально точно, штукатуры тут не будет. Плитка будет с той стороны, та стенка получается в расход, она под клеем там выпрямится. А вот эта часть будет шпаклеваться, а то и обои. Тут должно быть идеально аккуратно. Чтобы смухлевать и не ставить сначала лазерку вот так, потом переставлять ее вот так. Видите, я привел такую приспособу через стремянку. С завода сразу дает угол 90 градусов. Вот эта большая комната 90, и это тоже 90, идеальная. Так что получается все неплохо. Да, проект, конечно, необычный, но самое необычное вы сейчас увидите. Внимание, входная дверь. Песня-сказка. Угадайте, что у проектировщика такое же маленькое, как расстояние между этой стеной и дверью? Ой, я вот помню, такие ВКонтакте были, когда листаешь ленту, там типа курсы юных дизайнеров, там проектировщиков, архитекторов. Типа научись своими проектами удивлять других. Честно говоря, я удивлен. Я, мягко говоря, удивлен просто вообще. Возможно, из-за того, что комнатушка маленькая, ну то есть однокомнатная квартира, такая узкая планировка. Но, наверное, в будущем дверь будет перевернута. Ну, я как бы картину представляю, я выхожу из душа, а кто-то меня в входной двери встречает, дверь в удар. Пфф, все, лег. Погиб при выходе из ванны. Огонь. А, ну и пока застывает первый ряд, я буду бенить туда гардеробную. Ну, а там посмотрим. Ну, в общем, шляпа, тоска зеленая, это не газобетон, быстро не потягаешь, много не намонтажишь, потихоньку, по чуть-чуть, чтобы лазерка не сбивалась. Они еще тяжелючие, так что да, скорость тут быть не может. Думаю, за 3 дня все сделаю, думаю, мы захватим еще и 4-й день. Сегодня мы считаем 2-й день, потому что вчера было обучение, но это тоже входит в дни, которые я наметил. Завтра, по идее, нужно сделать максимум, наверное, чтобы уже закрывалась вон та черная. Чтобы через день чисто уже добить, прибраться, все попылесосить и как бы закончить. Самое хорошее, самое приятное в этой работе – это стрелять дюпеля. Вот такой пистолетик. О! Классная вещь, это пока нравится мне больше всего в этой работе.
В остальном тяжко приходится, как говорится, ну, подвыкать, привыкать. Чем больше положу, тем больше опыта. Это не газоблок, тут немножко сложнее все. Если бы ложил для себя, я бы чисто ложил, ну, плюс-минус там миллиметр гуляет. А так это под шпаклевку, тут нужна прям вот идеальная, где там шпателек, идеальная, как это называется, плоскость, что ли. То есть я прям ловлю миллиметры. Ладно, наверное, еще 10 блоков на сегодня и хватит. Ну, что-то нет. Не хочу, не могу, нет желания, нет возможности. Не стоит на работу, грубо говоря. Печаль. Кто по много работает, знает. Типа переутомляемость, что ли. Косячить, делать через задницу не хочу. Поэтому просто сейчас соберусь и пойду отдохну. Завтра вернемся, возьму заодно с собой пояс, чтобы спинку не повредить, блоки тяжелые. За сегодня я сделал 21 блок. Значит, завтра останется сделать 50. Перспектива. Причем их нужно будет еще подымать. Есть и плюс. Как бы еще 3 блока, и мы закончили. Поэтому в приоритете будет завтра добить раз, два, три. Но это уже будет вялотекущее подольше, наверное. Ой, тут подрезки, мерезки. Благо у меня сабельная пила. Сейчас бы ручной ножовкой тут погибал. В общем, не будем затягивать. Давайте, не болейте, не скучайте. Я отдыхать. Что-то, ну, не стоит на работу, бывает такое. Да, кстати, все, кто там спрашивают, возмущаются. Мы вернемся на участок апреля, наверное, 15-12 апреля. То есть через 2 недели. Мы 2 недели работаем здесь без выходных.